Здравствуйте, меня зовут Дарья, и сегодня я расскажу вам про электровикторину «Развиваем логику» из серии «Educa Connector». Электровикторина в формате «Вопросы-ответы» предназначена для детей от 4 до 7 лет. Она разработана профессиональными педагогами с учетом детской психологии. В комплектацию игры входит инструкция на русском языке, 8 карточек, которые включают в себя 352 вопроса на самые интересные и занимательные темы. Задача ребенка – соединить изображение с правильным вариантом ответа. Ответы на карточках расположены в хаотичном порядке, поэтому ребенку не удастся схитрить, и он будет должен опираться только на собственные знания. С помощью электровикторины ваш ребенок сможет ответить на вопросы «Сколько времени?», «Где пуговица?», «Найди пару?», «Сколько здесь форм?», «Найти противоположности?» и другие. Сегодня мы познакомились с вами с электровикториной «Развиваем логику», которая предназначена для детей от 4 до 7 лет.